так. А зачем? Скажи вам позже. Ну что, возьмем посадочку? А вон наш самолетик. Было, знаешь, горы по колено, но если держишь шаг. Прилетели, самолет позади. Едем заселяться. Ну что, вот мы в Краснодаре. Сейчас вот приехали, заселяемся. Итак, нам тут сделали ужин поздний. Время 10:30. Не, нормально. Ну давай, Барян, разбери, что же здесь. Поторопись. Горошки с котлеткой. Поторопись. Давайте. Приятного аппетита. Увидимся с вами только завтра. Так что спокойной ночи. Только добро в сердце твое. Ты далеко, но я знаю, ты где-то там есть. Барян, вставай. Барян. Доброе утро. Мы идем на завтра. Завтрак. Валя, ты выспался? Время уже? Я выспался. Это рано очень. Мы уже пришли по хату. На Краснодарском живем. На улице дождь. Уже добрый день вам, ребят. Сейчас мы пойдем пообедаем и в зал. Опробуем у нас на дорожке 15:45. Потом следом опробую двойной мидрамп. Что такое опробование? Опробование – это когда в первый день соревнований спортсмен опробует свой снаряд, на котором он будет выступать на соревнованиях. Опять мы здесь. А что это у нас? Это у нас обед. Обеденный перерыв. Я буду кушать супчик. Супец! Фух. Ну что, ребят, мы уже сходили на пробу, не опробовались. Дорожка, мини-трамп, все нормально, все понравилось. Зал хороший. Сейчас я вам ставлю вид зала. Нормально, сейчас мы отдохнем. Как говорится, потом домой, ужинать, спать. Завтра мы уже прыгаем. Оно просто показало мне, потому что у меня денег. 40 рублей. А потом, ты мне 300 скинул? У нас ужин. А ты мне 300 рублей скинул? Тогда. Всем привет! Это первый день соревнований. Мы идем смотреть, болеть и сами прыгать. Не надо. Предварительные соревнования закончились. Выступил более-менее, будем бороться в финале. Погнали. Так, самочувствие более-менее. Ну что, ребят, снимать особо нечего. Просто соревнования, штука такая. Много не поснимаешь. Сейчас спать уже ложимся. Завтра прыгает двойной мини-трамп. Дорожка в финал и командный финал. Мы в команде, кстати, пока вторые. На дорожке я 9-й зашел в финал. Всего 10. Завтра двойной мини-трамп прыгаю. Так что спокойной ночи. Сладких снов. Доброе утро.
Это второй день соревнований. Сегодня прыгают двойной мини-трамп. Ну что, в Краснодаре сегодня дождливо. Я вышел с гостиницы, иду в зал. Сейчас часа через два уже мини-трамп буду прыгать. Так что давайте, болейте. Ваня такой же босс. Завтра финал прыгаем. Лично команда будет здесь. Но мы с вами Кондорюком и Чудинус. Сейчас все увидим. Пошел! Стоп! Ну что, мы сегодня отпрыгали. Очень уж хорошо. Завтра должно быть лучше. Всем спокойной ночи. Обнял. Ну что, ребят, вот мы и выступили. Этот старт был более-менее. На дорожке мы вторые в команде стали. На мини-трампе первый, на батуте первый. Так что с пацанов, из девок я не помню, честно, результат. Сейчас собрали вещи. Самолет 19:35 у нас. Спасибо. Вау! Регистрируемся на рейс. Show me what you got, let me take a shot. Fat ass and she moving like a thot. Shawty say she love it when I hit the block. Yeah, you know I tell her lit when Tayo G up in the spot. Yeah, I can't talk to you if you ain't about none. I don't give a damn, show me that you bout some. Ballin' with a level, bitch, I'm all one. I don't do this any. Я приехал в город Москву. Как оно все? Ну вот и конец. Мы приехали с соревнований. Выступил неплохо. На двойном мини-трампе в команде первый, на дорожке вторые. Спасибо за просмотр. До скорого. Женя, не спи. Ван, что с вами? Он меня все сбил, всю мою... Я бы открыл бизнес и был бы миллиардером.